Городская прокуратура потребовала у главы Нижнего Новгорода Владимира Панова разобраться с нарушениями в содержании улиц и дорог. По сей день на территории города выявляются многочисленные нарушения в содержании улично-дорожной сети. По информации прокуратуры, с начала 2018 года в медицинские учреждения обратилось более 1500 человек с травмами, полученными в результате падений на обледенелых улицах. Из них 153 человека, в том числе 12 детей, были госпитализированы. Кроме того, прокуратура предложила Нижегородской администрации привлечь осужденных к исправительным и обязательным работам для уборки улиц. Одной из причин неблагоприятной ситуации с уборкой снега является нехватка подсобных рабочих и дворников. В то же время городские уголовно-исполнительные инспекции испытывают трудности с наличием достаточного количества мест отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Сейчас это предложение прорабатывается муниципалитетом.